Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана тоже с компанией Philips, а именно их светильниками Philips Hue, которые можно благодаря Philips Hue Bridge применить совместно с телевизором, который имеет Ambilight. Но помимо того, что можно применить с телевизором, можно применить и без него, используя приложение Philips Hue, где можете создать ту или иную атмосферу, которая вам необходима в данный момент в вашем помещении, квартире и тому подобное. В данном случае понадобился еще один светильник, который называется Philips Hue Iris. Есть различных цветов, мне попался в золотом. Тоже хочу подключить к телевизору. Для этого я его специально установлю на сабвуфер Pioneer. И как раз черный сабвуфер и золотой цвет, плюс там белой поверхности, будут отображать одну из зон телевизора. Итак, поставляется все это вот в таком виде. Пришло это все при помощи оранжевого магазина на три буквы. Вот, и похоже, это был витринный образец, судя по стоимости. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Так, что из себя представляет упаковка? Вот она пришла в таком состоянии. Limited Edition. Можно осуществлять следующие действия. Здесь есть русский язык. Можно использовать приложение. Ну, а лучше использовать при помощи Philips Hue Bridge, так называемого моста, который связывает до 50 лампочек и до 12 устройств. Там пульты управления, датчики и тому подобное. Вот вариация. Управление под ZigBee, есть Bluetooth. Можно голосовым образом руководить данным светильником. Ну и давайте смотреть, что находится внутри. Внутри у нас находится карточка о том, что куда это все можно дело поставить. Да, единственный недостаток, здесь одно только положение, имеется в виду на поверхности, соответствующее углубление поверхности есть, и поворачивать только на 360 градусов в ту или иную сторону варианты. Дальше здесь есть какая-то макулатурка стандартная. Это у нас инструкция по безопасности и инструкция по подключению. Ну, тут, как обычно, есть вариант европейский и английский. То есть адаптер питания и шнур выходит непосредственно из него. И различные удостоверения, где необходимо это все использовать. То есть в домашних условиях, это не для улицы. Хотя есть и Hue для уличного размещения. Так, внутри ничего нету. И давайте сейчас мы достанем сам светильник, а все остальное. Ну вот, есть тут адаптер питания внизу. Ну и как на предыдущих светильниках, открываете и можете установить английский вариант. Но только это зачем делать, если мы у себя применяем только европейский вариант. Но если вы будете покупать в другом месте, то знайте, что английский и европейский вариант есть. И здесь у нас, вот смотрите, 24 вольта на 0,83 ампера, то есть потребляет максимум 20 ватт данный блок питания. Так, и внутри у нас располагается светильник с шнуром. Ну, он где-то около 2 метров. Так, давайте лишнего уберем, чтоб нам не мешало. Оставим только самое важное. Вот такой светильник. Здесь есть шнур. В оплетке, что хорошо, ибо у кого есть животные, любят грызть пластиковые шнуры питания. А вот такой вариант не больно им подходит, и они оставляют без изменения. Поэтому рекомендую. Ну и давайте сделаем первое включение. Посмотрим, как функционирует данный светильник. Ну и вот он включается в первом режиме. Да, здесь вот есть углубление, ну то есть так называемая подставка.
и все. То есть вы можете его только так вот поставить. Поэтому для этого нужно соответствующее место найти. А я нашел, будет стоять на сабвуфере и, соответственно, направлять для освещения то место, которое вы хотите, чтобы у вас осветилось. Так, ну и давайте сейчас это все дело подключим к телевизору с Ambilight и посмотрим, как он функционирует вместе с изображением на телевизоре. Итак, приступаем. Так, я вам продемонстрировал светильник Philips Hue Iris в золотом исполнении, особая серия, лимитированная, так называемая. Каждый делает свой осознанный выбор, я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вашему вниманию о светильнике Philips Hue Iris в золотом. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.